Всем привет, вы у нас на канале Let's Go Champ. Сегодня 12 апреля или 13, я уже не помню. У нас сегодня шпаринг. Дэвид будет делать спарринг против своего коллеги. Он начинал с ним боксировать 4 года назад. Короче, 8 лет, когда ему было. Первые спарринги они делали друг против друга. Каждый день почти. Потом он уехал за 600 километров. Специальный спортивный интернат. Чисто где боксеры. Там у них школа своя. Ну, все свое. Он приезжает раз в месяц домой только. В 12 лет, прикиньте, он уехал. Сейчас ему 14 будет, 15. Олимпийский штуцпункт. Он там занимается. Сегодня проверим, чему он там научился. И чему Дэвид научился. Я еще ставку сделаю, где их не первые шпаринги. Посмотрите, как они изменились. Let's go, champ! Ну, Зора, а? Darf ich nicht schon rückwärts gehen? Lange Tür und Schritt auf. Dann mach Druck jetzt. Vorwärts. Подходишь,
Nicht schon rückwärts gehen. Vorwärts gehen, nicht rückwärts. Живот не забывай бить. Живот. Хорош, видишь, идет. Чаще в живот. В живот. Левая в живот. Теперь левая в живот.